встречайте, популярный московский писатель Николай Рябинин. Мама в больнице, Коль. Как в больнице? Прости. Это он матери прислал. Брат твой. Он же в Таиланде. На Донбассе. Надо ехать туда. Тебе ехать? Просто так пассажиром здесь кататься? Я не боец. Я за братом приехал. Лет 10 назад я увидел в окно, как его бьют. Я не вмешался. Предал его. Теперь я должен его найти. А там что? Там было мое детство и юность. А теперь враг. Через пару дней пойдете туда, в серую зону. Здесь вот уже война. Все, расходимся. Страшно? Нет. Трудно привыкнуть. Счастье воскресило меня. Она меня любит. Иди. Я вернусь за тобой, слышишь? Ты куда? Я за братом. Надежда еще есть. Надежда всегда есть. Как мама? Привет ей передай. Я люблю вас.